Выход на лед у Минской области заборонены. Ледяное покрыво на водоемах под уплывом плюсовой температуры почало хутко менять структуру и стало небеспечным. У сувязи с гэтым ратавальники зараз проводят профилактичные рейды и пильно сочат за ситуацией на водоемах. Особливо у полночных районах в области, где на большинстве акваторий еще застается ледяное покрытие. На данный момент идет интенсивное разрушение и таяние льда. Сами понимаете, плюсовая температура идет. Прошли дожди, лед слабый, хрупкий, непрочный. Толщина льда минимальная, лед разрушается. Выходить на лед категорически не рекомендуется, чтобы не происходило никаких несчастных случаев. Еще раз хочу обратить внимание, не выходите на лед, ни рыбаки, ни люди, которые хотят покормить лебедей, птичек, которые прилетают. Будьте внимательны. Тем часом рыбаки все ж таки протягивают проверять лед на тривалость. На Чижовском водосховище супрацовники МНС выратовали двух мужчин. Яны рыбачили близ берега, и лед откололся. У вынику рыбаки опынулись на льдине далеко от берега. Яны самостоятельно выкликали ратавальников, допомога медиков не спотребилась.